полный абзац. Давайте к хорошим. Хорошему. По вторникам, как всегда, в нашей студии представители библиотеки Белинского и пресс-секретарь Юлия Ваганова. Мы рады вас приветствовать. Доброе утро. Вы сегодня планируете за сборную России в 23 часа поболеть? Нет, наверное, я как-то... Как-то мимо. Как-то мимо, да, да. Вопросов нет. Мягенько. Вот, но дело в том, что в стране мы не стоим. Библиотека у нас полна футбола. У нас есть такой проект, он называется «Поэтбол». И вот сейчас я хотела бы прочесть стихи, а не о футболе. И угадайте, пожалуйста, автора. Так, давайте. Вы проходили там, где дружественно рьяно играли мы, кружась над зимней синевой. Отрадная игра, широкая поляна, пестрят рубашки, мяч живой. То мечется в ногах, как молния кривая, то выстрела звучней взвивается, и вот подпрыгиваю я, с размаху прерывая его стремительный полет. Интересно. Нет, я на самом деле... В Кембридже учился русский знаменитый Владимир Набоков. Я нашел в интернете, да, чьи, но мне кажется, что я бы не узнал в жизни. Ну, есть еще и, например, Бродский. Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самый главный – пенальти и угловой. Это Бродский. Тут узнаваемо. Вот. Потом есть еще стих поэта-самородка Николая Глазкова. Он играл в фильме «Андрей Рублев» даже. У него есть моностих. «Бегут они без друга, без жены». Хорошее стихотворение. Люблю такие. Вот. Есть еще Высоцкий. Высоцкий, он не так часто... Что, тоже был замечен за этим делом? За этим делом, да. Что ж пиле, как пиле, объясняю, Зиния. Ест пиле крем-брюле вместе жейр Зинио. Вы знаете, это можно использовать как кричалку спокойно на матче. Да. Вот эти строки Высоцкого. Вот у нас совершенно дивный вот этот стихобол. 11 поэтов, как в команде футбольной. Они совершенно разноплановые. Вот даже есть современный поэт. Он был у нас в гостях на книжном фестивале. И у него такой вот белый стих. Этот футбол никто не видит. Этот футбол никто никогда не увидит. Футбол чемпионата области. Футбол чемпионата района. Вот печальное стихотворение на самом деле. А как зовут автора? Автора зовут Дмитрий Данилов. Вот. И это у него, значит, автор. Он, кстати, автор романа «Есть вещи поважнее футбола». Но строки сейчас, которые вы прочитали, очень печальные, к сожалению. И реальные, опять же, к сожалению. А что это вот за выставка? У вас выставка происходит, это, так понимаю, проект... «Поэтбол». Вот, значит, эти 11 стихотворений, они воплощены в такие графические... Дизайн Макса Рогова, музыканта, вот, и вот в такие графически очень интересные строки, они вот так расположены, художественно оформленные. Ну, то есть на стенах граффити он изобразил, правильно, из этих стихотворений? Ну, что-то типа этого. Ну, так вот. Это более сложное искусство. Но вот 11 планшетов у нас такие висят. Очень интересная выставка. Она у нас проходит в переходах между вторым и третьим зданием. Кстати, о детском футболе. Маршак. Давайте сегодня напомним Международный день детского футбола. Был ты вчера на футболе. Славное дело, футбол. Если футбольное поле не отбивает от школ, если, не сделав работы, завтра получишь кол, значит, в свои же ворота с треском забьешь ты гол. Это стихотворение нужно посвятить тем футболистам, которые играют в нашей сборной, честное слово. И еще раз простите, уважаемые слушатели, я люблю наших, но просто по результату сужу. Вот, кроме этого, у нас есть еще совершенно замечательная выставка книжная «Спутник болельщика». Там целая куча справочной около футбольной литературы. Погодите, давайте закончим с поэтболом. Стихобол. А вы как эти стихотворения находили? Ну, эти стихотворения находил у нас куратор проекта Евгений Иванов. Он просто залезал и перелопачивал, скажем так, всех поэтов, которые когда-либо писали о футболе. А почему выбор именно вот на этих 11 пал? Ну, во-первых, то, что они написали о футболе. Ну, это понятно, да. Но я же думаю, не они одни. Ну, по крайней мере, они, ну, самые выразительные, наверное, самые...
Ну они фамилии звучат. Ну, Бродский, вот Набоков, например, а да. Заболоцкий что, ну-ка, вы не читали? «В душе у форварда пожар». Ну, страшное стихотворение, кстати. «Гремят, как стали его колена, но уж из горла бьет фонтан, он падает, кричит измена». Видимо, автогол. Тоже. Кошмар. Потом еще Вознесенский написал, ну и... Как его наш-то? Роберт Рождественский. В общем, есть что почитать, есть да. что посмотреть. Так, а вторая выставка, о которой вторая вы заикнулись? Вторая выставка называется «Спутник болельщика». Она очень, с одной стороны, интересная, потому что раньше интернета не было. И настоящий болельщик, он пошел, ходил в «Союз печати», брал книжечку, справочник болельщика, и там все подробно было расписано. То есть такой ликбез. Если даже ты не знаешь, что такое офсайд, пенальти и... Все прочее, то есть там правила, терминология. Терминология. Даже вот, Антон, мне кажется, там есть книга, которая вам поможет научиться играть в американский футбол. Вот. Ну, например, игра вратаря, футбол, голы из стандартных положений. Но и биографии мемуары биографии знаменитых ветеранов спорта. И примечательна вот такая вот очень интересная книга. Она называется «Московский футбол», автор Константин Есенин. Так, он как раз отразил. Вот, он как раз сын поэта Есенина и Зинаиды Райх. Он был фронтовик. Ну, и он спортивный журналист очень хороший был, и как раз специалист по футболу был. Вот, кавалер 3 орденов Красной Звезды. А книга, вот этот вот справочник, он какого года? Она где-то 70-х, 80-х, вот так вот, 60-х годов эти книги все. Но потому что тогда то... был очень большой интерес, и печаталось очень много вот таких вот подобных книг именно о наших, истории, то есть команды, все очень подробненько. А если, например, слушатели хотят узнать о современных легендах футбола, вот что-то подобное у вас представлено хотя бы где-нибудь в отрезочке экспозиции? Да, у нас есть у немцев в немецком зале, у иностранцев, у них есть очень интересная красочная выставка. Вот, она посвящена не только немецким командам, но и мировым лидерам футбола. А я напомню, немцы пока что проигрывают. 0-1 в прошлом матче с Мексикой произошло. А посещение выставок? Посещение выставок, ну, у нас обычно свободное. Вот, приходите, пожалуйста, так, пожалуйста, с 10 до 6, до 8 вы можете посетить наши выставки о футболе. Люди также спрашивают, есть ли... Господи, где сообщение? Планирует ли Белинка к чемпионату мира, либо к его окончанию выпустить сборник стихов? Ну вот, я так понимаю, вот из тех околофутбольных. Стихобола? Да. Если мы что-то задумаем об этом проекте, потому что он на самом деле очень интересный, мы обязательно сообщим это на сайте и в соцсетях. Ну, я специально приду и скажу болельщикам, вот, можно. Книжка, можно, берите. Это хорошая идея. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете и подсказываете нам идеи такого плана. Пресс-секретарь библиотеки Белинского Юлия Ваганова читала стихи в эфире. Красиво. Спасибо.